Всем привет, с вами Демиос, и вы смотрите The Fact. 10 случайных интересных фактов обо всем. Слоны вынашивают своих детенышей дольше, чем любые другие животные на Земле. Беременность слонихи длится целых 22 месяца, и при этом за один раз она может родить только одного слоненка. Знаете ли вы, что игра в классики появилась еще в Древнеримской империи? Изначально расчерченное поле с клетками имело 30 метров в длину и служило для тренировок римских солдат, которые прыгали по нему в полном обмундировании, со щитами такие, с мечами и даже в касках. Римские дети, наблюдая за тренировками солдат, тоже начали чертить поля с клетками, только поменьше, и потом в них прыгали. Позже в эту игру была добавлена битка, чтобы можно было соревноваться. Так и появились классики. Киндер-сюрпризы в США нелегальны. По американским законам запрещено продавать пищевые продукты, которые содержат внутри себя что-то несъедобное. Шоколадные яйца с игрушками внутри как раз попадают под этот запрет. Киндер-сюрпризы в США запрещено ввозить из других стран даже для себя. За это вас могут оштрафовать на $1200. Вот так вот. Внешний слой кожи человека обновляется в среднем каждые 3 недели. Каждый день мы теряем миллионы клеток кожи, которые просто отваливаются. Кстати, обычная домашняя пыль в основном состоит как раз-таки из отмерших клеток вашей кожи. Так что проведите пальцем по полке, посмотрите на эту пыль и осознайте, что когда-то она была частью вас. В США, в штате Орегон, есть озеро, которое называется Крейтер. Так вот, в этом озере плавает бревно. Плавает оно там уже более 100 лет, и плавает оно вертикально. Это бревно прозвали озерным стариком. Общая его длина составляет 9 метров, из которых над водой выступает всего 1,5 метра. Ледяная вода озера законсервировала это бревно, и поэтому оно почти не подверглось гниению, а только обросло водорослями. Это бревно настолько устойчиво стоит на воде, что может выдержать вес взрослого человека и перемещается по всему озеру с помощью течения, никогда не меняя своего вертикального положения. И вот что меня удивляет. Это бревно плавает там уже очень долго и давно стало местной достопримечательностью. И, короче, я хочу сказать, что если бы это бревно плавало где-нибудь в России и стало бы таким же известным, то его давно бы уже сперли. 14 января 1986 года в Бангладеш был зафиксирован самый смертоносный град в истории. С неба тогда начали падать градины весом в 1 килограмм. В тот день град убил 92 человека и причинил огромный материальный ущерб, разрушив машины и крыши домов. Несмотря на наличие современных навигационных приборов, военные моряки все равно учатся определять координаты по звездам с помощью секстанта. Предполагается, что эти знания могут пригодиться им в случае отказа электроники. Наклейки, которые клеят на бананы, яблоки и другие фрукты, являются съедобными. Они сделаны из специальной съедобной бумаги и даже приклеены специальным съедобным пищевым клеем. И мне вот что интересно, узнав этот факт, станет ли кто-нибудь есть фрукты вместе с этими наклейками? Вот действительно интересно. В китайском городе Чанцинь на главной улице появилась специальная выделенная дорожка для тех людей, которые привыкли ходить по улице, уставившись в свой смартфон. Власти города пошли на это после того, как несколько подростков на этой улице получили травмы, столкнувшись друг с другом во время ходьбы, глядя в свои телефоны. В 1993 году в США, в штате Миссури, случилось наводнение, и чтобы его сдержать, были возведены временные искусственные дамбы в руслах рек. Так вот, один местный житель по имени Джеймс Скотт специально разрушил одну из таких дамб и тем самым затопил дорогу, которая вела в его деревню. Также водой затопило все пшеничные поля в округе и несколько десятков домов, причинив колоссальный ущерб. Сделал он это для того, чтобы его жена не смогла вернуться домой с работы из соседнего города, потому что хотел несколько дней от нее отдохнуть и провести время с друзьями. Через несколько дней его арестовали. Он был обвинен в нескольких тяжких преступлениях, в результате чего его приговорили к пожизненному заключению. А на этом все. Спасибо вам за просмотр. Нажмите вот сюда, чтобы подписаться на мой канал, если еще не подписаны. Ну а с вами был Демиос. Пока!